Тем временем на другом континенте, в Оттаве, премьер-министр говорил о межгосударственном сотрудничестве со своим канадским коллегой Джастином Трюдо. Владимир Гройсман на встрече заявил, Киев рассчитывает на расширение норм соглашения о зоне свободной торговли и на получение безвиза. Главы правительств обсудили также ситуацию на востоке Украины и возможность введения миротворцев на Донбасс. Договорились, что украинский вопрос будет в повестке дня саммита Большой Семерки в 2018 году, который пройдет в Канаде. Эта встреча – отличная возможность обсудить ключевые темы наших отношений, дружбу между нашими странами, а также построить новые экономические связи. Канада всегда поддерживала Украину. Мы ценуем наши стосунки Украины и Канады. Они носят абсолютно стратегический характер. И то, что была нещодавно подписана угода щодо вільної торгівлі, це ще один дуже важливий крок вперед щодо наших сторонніх стосунків. Тому також хотів би підкреслити і подякувати вам за підтримку України щодо російської агресії.